центре поля 20-й Петр Зелинский, 17-й Марий Гамшик. И внимание... Марий Гамшик, удар головой и 1-0. Прекрасно, прекрасно Наполи начинает матч. Прически, смотрим повтор. Калихон замечательный матч, мяч подал. Немножко потерял Риццо позицию соперника, футболист Болони. И далее Марий Гамшик в прыжке в дальний угол. Точнёхонький удар. Да, по-моему, иракезом проблем. Еще одна атака Наполи, и счет стал 2-0. Счет стал 2-0. Лоренцо Инсинье. Лоренцо Инсинье велика. Отмечаем здесь передачу Зелинского. Ну и, конечно, скорость, которую набрал Лоренцо Инсинье. Обработал мяч и довольно легко. Сари, ну, понимает Сари, что впереди два исторических матча с Реалом. Опасный момент, еще один удар. Наброс на Дестро. Дестро бьет головой. Было очевидно, что Зелинский может вырасти в очень качественного футболиста. Опасный момент. Ух! Не верилось глазам, насколько все было классно. Опасный момент. Дестро! Давайте разбираться. Он сыграл рукой. Он сыграл рукой, причем, насколько я понимаю... Да, была рука, причем, видите, он даже не забивает и еще. Потому что, давайте посмотрим, Пепе Рейна увлекательно. В контратаке мог забить Наполи, но Болонье пенальти, конечно, зря не реализовало. Был шанс вернуться в игру по-настоящему. Еще один момент и удаление, удаление, что... Красную. Ну, режиссеру сложно, столько эпизодов надо. Денег у населения предостаточно. И, соответственно, футбол может выйти на другой уровень. Но здесь и, собственно, Болонья, это команда. Дрис Мертенс, похоже, зарабатывает пенальти. Удаление, точнее, для Болоньи. Так оно и происходит. Красная карточка. Красная карточка, Дрис Мертенс. Прекрасно сейчас. Таня делает передачу на... Мертенса в свободную зону, ускоряется Дрис, пробрасывает мяч, и далее уже Адам Массина фалит на штрафной, да, удар Мертенса, 3-0, Дрис Мертенс, невероятный удар. Ну и опять-таки отметим ужасную игру вратаря Миранте, который дернулся в одну сторону, а Дрис Мертенс пробил в угол, где должен ситуации, уже проигрывать 3 мяча и... Опасный момент. Ух, какой! Я взял небольшую паузу, но вот с этой камеры будет лучше видно значительно. Не было офсайда. Прав судья на линии. Как мне показалось, Дрис Мертенс, но мяч он догнал. Пусть сейчас не так опасно, но Мертенс обыгрывает соперника один раз. Мариуса. Иконому. Гамшик. Удар поворотом. Броняется. Джмайли. С мячом. Джмайли. Удар поворот. Мертенс и Насилье. Совсем невысокий, но при этом юркий. При этом очень техничный. И вот сейчас еще один момент. Выход один на один. Дрис Мертенс. Дрис Мертенс. Забивает Наполи еще один. Мертенс, не было офсайда, конечно, абсолютно ужасная игра Болоньи в обороне. Зелинский, давайте отметим еще и молодого поляка, который оформил очередной свой голевой пас в этом матче, по-моему, второй, если не ошибаюсь. Ну и Дрис Мертенс все сделал идеально. Ему 24 года, как и вся карьера. Впереди набирает скорость Лоренцо Инсинье, играет с Дрисом Мертенсом. 2-3 атака у Наполи. Мертенс, удар поворота. Смотрим за действиями Инсинье и Мертенса. Мертенс смещался.
Центр очень, безусловно, для Сари это будет важнейший. Два матча, некий экзамен, уже решающий в его карьере. Опасный момент, удар. Инсинье. Может и пробить Инсинье, или будет пас. Нет, сам пробил. На своего соотечественника, на Василиса Карасидиса. И ошибается Иконому. Дарит мяч Мертенсу. Мертенс стремится к хет-трику. Делает пас на Гамшика. И Марек Гамшик забивает свой второй гол. Делает счет 5-1. Болоне безобразно играет в обороне. Просто вот такой Иконому сделал пас на Мертенса. Мертенс разобрался с одним соперником легко. И далее пас выкатил под удар. Именно выкатил под удар. Видите, Мертенс. Гамшику, ну и Марек Гамшик в своем фирменном стиле. Первым касанием в дальний угол. Джекирини в своем составе, но Наполи не отпустил. Опасный момент. Еще один атакует Мертенс. Оставляет мяч в игре Дрис Мертенс. Я думаю, что просто феноменальную оценку получит Мертенс за эту встречу. Удар Гамшика. Гол! Какой гол! Ух, какой выстрел! Мертенс бесподобен. Вот подкат при счете 5-1. И далее удар Марека Гамшика. Феноменальный удар словака с его любимой точки. И в самый угол. 6-1. Хет-трик Марека Гамшика. Браво! Браво, Наполи! Браво, Наполи! Браво, Марек Гамшика! Болоне продолжается. Сидит первый на подборе. Снова Верди подает на дальнюю штангу. Опасный момент. Забивать опять. Игра против миланского Интера. Опять-таки домашняя. Ну что, хитрик? 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 Да! Дрис Мертенс оформляет хет-трик. Дрис Мертенс забивает свой третий. Порадуется за Мертенс. Какой Мертенс юркий, а? Просто феноменально он играет сегодня. Ну, конечно, опять-таки оборона Болонии ужасна. Но Дрис Мертенс просто превосходен. Он блистателен.